Ну что, всем привет. Забыл включить интернет, но не забыл включить запись. Собственно, что мы делаем сегодня? Воюем. Ну да, воюем, но и турнир еще пишем. Поэтому вот вчера, насколько я помню, видео не вышло. Сегодня вот выйдет по второму дню. И по войне, я надеюсь, тоже запишем. Война будет интересная, там быстрая мана. Очень такой соперник. Жирный, я бы сказал. Так что сейчас все увидите. Посмотрим. Вот. Ну, пока можете, в принципе, написать, как у вас складывается турнир, как вы побеждаете, не побеждаете, есть ли какие-то там зацепки в ваших, так скажем, битвах. Ха, ничего себе. Вот это да. Ну, тем интереснее будет. Тем интереснее будет. Ладно, ну, понятно, что, скорее всего, мы подслили, потому что 5 топ-тапков в ноль — это круто. Вот. Ну, давайте в турнир пока сходим. Вот. Оборона, кстати, упала, да? Ну, ничего, не беда. Слушайте, играл вот такой командой, довольно-таки прикольно она заходит. Красные плюс один фиол. Давайте попробуем вам отыграть. Тут, в принципе, не такие сильные соперники. Два хила. Вот. Да и все. Два хила, да и все. Так, ну там этот зарядился уже в любом случае. Не, он, в принципе, может еще и второй раз подзарядиться. Но... я надеюсь, да, фиолы прилетели. Сейчас разгрузим чуть-чуть поляну. Плюс, я надеюсь, Шархай с пассивки даст. О! Ну все, то, что надо. То, что доктор прописал. Так, есть еще шансы у нас тут выиграть. В принципе, заяц один остался. Ну, если так, по чесноку. Но мы его сейчас заберем. В принципе, победный должен быть. Я надеюсь. Поехали. Тут уж как сложится. Не, ну, все, мы тут добиваем. По 600 дала, ничего себе. Вот это вам Елена. Ну там, правда, 54 срез брони этого против красных. Но все же. Так, ну тут два синих. Хочется как будто зеленых взять. Давайте зеленых. Можно даже Алмура. Хотя, блин, не знаю, опасно. Хемдаля брать, что ли? Хемдаль хоть имеет шанс поднять, если мне кого-нибудь заглушат здесь. А с другой стороны, может урона не хватить. Блин. Но он очень мощный. В плане пропихнуть. Ладно, поехали. Ну, я имею в виду, что он жирный по броне, ему могут напихивать. Тут только кошка противная. Кунхен. Так. Есть четверка. Вот такая. Есть шанс пятерку там, да, сделать. Фиоловую. Отлично. Ну, лишняя летит. Так, ну Шархай. Смотри, вот так сейчас сделаем. И там кристалл зеленый, да? Отлично. Все. Ну, бум-бум-бум. На тонкого, так скажем. Ну, здесь надо вот этот край забирать, по-любасу.
Ну, наверное, нифига не заберем, да, сейчас? Сейчас все будет уклонение мимо. Так, сделаем вот так. И вот так. Пока подшархаем, работают камни. Больно, ну подними его. Ну-ка. Хорош. Не, вот это мне нравится, когда он поднимает. Это классно прямо. Так, ну бубенцы сейчас. Так-то не опасно в целом и в общем. Ну все, победа. Блин, ребята, это очень сочные бои прямо. Ну, сегодня идет. Ох, так, ну опять тут два синих. Клайерн медленный. Так, ну давай чисто здесь по приколу подъедет. Ну видите, когда надо, подъезжает. Когда не надо, тормозит поле. Так, там уклонялки стоят. Давай попробуем вот здесь раз кидануть. Потом два и три. Отлично. Ну мы эту, главное, сейчас подожмем русалку. Хорошо. Хорошо. Так, есть вариантик определенный. Вот. Сейчас, соответственно, пробьем. Ну и надеюсь победный. Такой подзатянулся бой. Чутка. Давай вот сюда, наверное. Или нет, сюда. Ниндзяку долбанем. Ну там шархай. У него там 2000, в принципе, нормально живем. Раз, два, три. Что, победа? Нет. Ну, господа, хочется победы. Победа. Пауза. Так, продолжаем. Ну, здесь два зеленых. Здесь можно уже взять красных. В принципе. Почему бы нет? Нима, кстати, хорошо идет. Блин, вот по центру вот этот, конечно, чел. Ну, ладно, тут, в принципе, два боя осталось. Может, и затащим. Ну, давай, красненький. Не подъехал. Ну, давай тогда вот так делаем. Эть, потом вот так. Блин, здесь бы где-нибудь фиолетовыми зарядиться. Очень хочется зарядиться фиолетовыми, потому что пробить красными, конечно, можно. Ладно, давайте пробьем. Максимальный урон сейчас нанесем. Отлично. Ну, и что она сделает? Ни хрена. Ни хрена она не сделает. Вот этот угол забираем. Отлично. Нима, кидай. Это кидай. Победа. Не, массовики, конечно, жгут. Это прям космос. Если они зарядились, это пипец. Вот здесь я не знаю, кем пойти. Да поехали такой же командой. Будет, не будет. В принципе, если нормально сейчас по камням. Ну да. Погнали, вот такой ход сделаем. И вот такой.
Ух ты, ух ты. Ну, это подарок. Это даже, возможно, снесем. Да. Только больше камня нету. Только нету больше камня. Только нету больше камня. Ну, сейчас вот, ну, как бы, должно что-то быть. Что-то быть должно. Dark Feather. Блин, вот красных вообще нету. Ох-ох-ох-ох-ох. Блин, ну там он вышел, но... Ой, как далеко он. Блин, Микки болочит. Я боюсь, что сейчас просто нам тут всех нахлобучит. Блин, еще упала. Ну как все по таймингам здесь четко, да? Еще урон улетел. Эх, да. Вдвоем мы тут против троих, наверное, не затащим. Ну а что тут? Шархая кидать вот так. Он не зарядится, да? Да нет, это все, это проигрыш. Это проигрыш, причем обидный такой. Ну, просто тупо камни не дали. В срок. Назовем это так. В срок. Ладно, что, зато отыграли вот этот день полноценно. Ну, подумаешь, да, турнир вылетели, но... Но хочу отметить такую вещь, что в принципе неплохо. Все, удачи всем желаю и пока-пока.